Депутат Государственной Думы России Наталья Поклонская в рамках региональной недели провела прием населения в общественной приемной председателя партии «Единая Россия». На встречу с депутатом пришли люди самых разных профессий со своими проблемами, просьбами и предложениями. Среди них житель Ленинского района Александр Синица, больше знакомый нам как клоун Алекс, известный своими развлекательными программами для детей. У меня авторская программа у нас во дворе, вы знаете, да? И я хотел бы с удовольствием со своей программой поехать в Донбасс и выступить для детей Донбасса во дворах. Ну, в общем, пообещали помочь, координаты оставили друг друга. Я думаю, что дай бог все получится. Практически все обратившиеся в той или иной мере заявляли об ущемлении их прав в земельных, бытовых или социальных вопросах. Каждому пришедшему Наталья Владимировна пообещала помочь в решении проблемы согласно законодательству. Я, в свою очередь, буду подготавливать депутатские запросы в соответствии с федеральным законом о статусе депутата Госдумы и направлять в компетентные органы для того, чтобы уже они реагировали, направляли мне информацию, какие меры приняты для восстановления нарушенных прав граждан. Жители озвучивали вопросы работы детской поликлиники в городе Видное, улучшение жилищных условий для многодетной семьи, работы видновских очистных сооружений. На встречу также записались жители Рязани, Одинцова и Тверской области. Каждый прием он показывает такие больные точки, и в основном они все сходятся к одному. Это либо молчание, либо бездействие, либо нежелание реагировать компетентных органов на местах. По словам депутата, прием прошел плодотворно. Всего за 7 часов работы Наталья Поклонская приняла 23 человека.